Всем привет! Меня зовут Марина Моргунова, и вы смотрите полезную программу. Согласитесь, человек легко попадает в разные пагубные зависимости. Обычно им движет любопытство или новые ощущения, но, как правило, за все приходится расплачиваться здоровьем, работой или семьей. Из этой ситуации сложно выбраться, но выход есть. Какой, расскажем в следующем сюжете. Видите, это не занятие по конному спорту и не подготовка к спортивным мероприятиям. Эти люди когда-то страдали от разных зависимостей – игровой, алкогольной и самой тяжелой – наркотической. И сейчас они проходят курс восстановления в одном из реабилитационных центров. Физический труд здесь только укрепляет волю и дух. Девушки в основном занимаются посадками, мужчины с удовольствием помогают. Дрессировка собак – также обязательный элемент воспитательного процесса. Ответственность за живое существо и любовь к животным развивает новые навыки поведения. Вот и обед готов, а после – лекция, на которой подробно разбирают, как и почему стоит менять свой образ жизни. По всему миру и в России очень много страдают людей заболеванием алкоголизма, наркотиков и игромании. И очень много людей от этой зависимости погибают, потому что это именно болезнь, которая вырабатывается с течением времени, длительного употребления. И самостоятельно люди не могут с ней справиться без помощи специалистов. Виктор прошел долгий путь избавления от наркотической зависимости. Рассказывает, что еще ребенком попал в страшную ловушку, что впоследствии разрушило его жизнь. Моя внутренняя часть была разрушена, и внешняя часть была разрушена. Я физически был очень-очень в плохом состоянии. Попав в реабилитационный центр, надеялся, что через неделю его заберут родственники. Но быстро понял, что задержится здесь надолго. И вот уже 4 года он ведет здоровый образ жизни. Вспоминает, помогла обстановка, коллектив и свежий воздух. Отыскал вам себя невесту донимаю. И уже не тает снег над протянутой ладонью. Что ж так коротко наш век, называемый любовью. Теперь я выбираю здоровый, трезвый образ жизни. Реабилитационный центр счастья, город Красноярск. Всю подробную информацию вы можете получить по номеру 214-25-74. С вами была Марина Моргунова. Все вопросы и комментарии вы можете оставлять на нашей страничке ВКонтакте. До встречи!